Трудовые будни страны. Четвертый год пятилетки. Выполнение дополнительного задания партии, сверхпланового увеличения производительности труда, сегодня зависит от трудовой активности всего советского народа, а значит, от каждого из нас. Залог успеха – ответственный, добросовестный труд на каждом рабочем месте, на каждом участке, на каждом предприятии. Вот наглядный пример. На московском заводе «Динамо» идет постоянный поиск дополнительных внутренних резервов производства. Один из них – организация комплексных сквозных бригад. Мы расскажем о бригаде, которая работает в цехе номер 3 на участке сборки. Руководит ею Ахмед Вахитов. При новой организации труда две смены входят в одну бригаду. Работа идет без пересменок. Это исключает простое оборудование и потери времени, а заработная плата начисляется по итогам работы за обе смены. Николай Александрович Антонов, секретарь парткома завода. Вот что он рассказывает. Условия экономического эксперимента, в которых работает наш завод с 1983 года, диктуют необходимость обратить особое внимание на достижение высоких конечных результатов труда. Не просто увеличить массу труда или повысить производительность труда на том или ином рабочем месте, а получить отдачу в готовой продукции, в данном случае в наших электродвигателях. И здесь большой резерв, как мы считаем, это создание бригад, комплексных, сквозных. Эту работу мы проводим не первый год. И убедились, что создать бригаду организационно, приказом или распоряжением, это не самое главное. Главное убедить каждого члена бригады в полезности этого дела. Опыт показал, что новые формы бригадной работы приносят весомые результаты. Принцип взаимозаменяемости стал в бригаде законом. Александр Махмутов, который недавно пришел в бригаду, уже убедился в необходимости освоения смежных профессий. Об итогах работы размышляет бригадир Вахитов. За полтора года существования нашей бригады я как бригадир могу отметить, что в бригаде создался здоровый рабочий климат, чему способствовали сами люди, работающие на единый наряд и конечный результат. Люди в бригаде выросли, работают по-деловому, по-хозяйски, ответственно понимая свое назначение. Если раньше на участке работало до 40 рабочих, и процент выхода в брак был очень велик, и порой просто не выполнялся производственный план, то сейчас в комплексной бригаде эту работу делают 24 человека. И значительно уменьшит процент брака. В бригаде Вахитова зримо проявляется коллективная забота рабочих о дополнительном повышении производительности труда. Так утверждается дух подлинного коллективизма, взаимной требовательности, товарищеской взаимопомощи. СССР, Кампучия. На всем протяжении справедливой борьбы кампучийского народа за свободу и независимость Советский Союз оказывал ему братскую поддержку. С каждым годом крепнут узы дружбы и всестороннего сотрудничества наших стран. Пятой годовщине образования Народной Республики Кампучии было посвящено торжественное собрание представителей трудящихся Москвы. С докладом выступил председатель правления Общества дружбы СССР Кампучия, заместитель министра СССР Дворяковский. Посол Народной Республики Кампучии в СССР Хао Нам Хонг рассказал о том, как трудящиеся его страны ликвидируют последствия кровавого полпотовского режима. Строится практически заново вся страна. Одна из важнейших проблем – ликвидация неграмотности.
Особое внимание молодое государство уделяет воспитанию и образованию подрастающего поколения. За опытом строительства социалистического общества народ Кампучии обращается к первой в мире стране социализма, стране великого Ленина. В сегодняшней Кампучии идет процесс возрождения национальных традиций, национальной культуры. За каждой строкой всенародно обсуждаемого сейчас проекта школьной реформы стоит то, что назрело, что рождается самой жизнью. На материале, присланном нам из Литвы, мы расскажем об эксперименте в 22-й вильнюсской школе, где уже третий год обучения детей начинается с 6-летнего возраста. Наверное, вот так из практики родилось это предложение шире использовать активные формы занятий. Идет урок литературы, дети играют и учатся. За 35 минут урока 6-летние ребята устают сидеть спокойно. После паузы и математика не кажется трудной. Не случайно в проекте реформы есть и такая строка – создать необходимые условия для учебы 6-летних детей. Как маленькие школьники выдерживают нагрузку? Не трудно ли? Справляется ли сердце? Врачи контролируют их здоровье. Вот мнение научного сотрудника Геновайте Давидовичене. Эксперимент мы проводим уже третий год. Мы начали детей проверять с 6-летнего, теперь уже второй класс. В онтогенезе берем, в динамике. Дети 6-летники могут учиться, но им надо все-таки планы, программы и особенно формы обучения, чтобы они были иные, чем 7-летник. И чтобы уроки проводились обязательно в форме игр. Идет не только обучение, но и воспитание разносторонней человеческой личности. Именно в этом и заключается цель новой реформы.